цветы от главы города-курорта и социального блока администрации. Анатолию Гапонову сегодня 77 лет. Дата не круглая, но цифры сложились интересно, как и жизнь в целом. Учеба в Ленинграде, затем 20 лет службы на Тихоокеанском флоте, работа преподавателем в Анапской моршколе, сегодня это Институт береговой охраны, два созыва был депутатом горсовета, а с 2010-го возглавляет Анапский совет ветеранов. Мне повезло на добрых командиров, добрых людей, добрых руководителей в городе в муниципальном образовании. Почему, может быть, так получается отношение с руководителями города? В добрых делах мы... Мэра всегда поддерживаем на благо анапчан, на благо города. Вот. А где есть критическое замечание, мы высказываем, что вот там так, так и так. Поэтому можете складываться такие отношения, что мы за спиной ничего не делаем. И такие же у меня товарищи подобрались. Сюда приходят пожилые люди с самыми разными вопросами, начиная от коммунальных, заканчивая бытовыми, а то и соседей приходилось мирить. С другой стороны, постоянное сотрудничество с городским управлением по делам молодежи, совместные мероприятия с рассказами о подвигах анапчан и тех, кто сражался на этой земле. Важной вехой именинник считает участие в краевой акции «Имя Кубани» к 80-летию со дня образования Краснодарского края. Анапские ветераны представляли боевое имя. Среди них Сурен Аракелян, Дмитрий Калинин, погибший в боях под Анапой, Егор Лариков, который дошел до Будапешта, где был ранен, а также ветераны войны в Афганистане Владимир Андронов и Анатолий Яшкунов. Сегодня Анатолий Гапонов принимает поздравления. Одними из первых к нему пришли представители городского управления соцзащиты. Отношения строятся с Анатолием Максимовичем на уровне товарищества. Это наш старший товарищ, который всегда поможет, подскажет, если мы что-то делаем не так. Но а вообще у нас полный паритет в отношениях. Мы работаем вместе, работаем долго и, я думаю, что плодотворно. В нашем городе. По словам именинника, праздник отмечает ударным трудом. С утра был на совещании у главы города. В планах продолжать помогать ветеранам, а также больше рассказывать школьникам о героических страницах российской истории.